Обгон не удался. Сегодня в обед на улице энтузиастов при весьма интересных обстоятельствах столкнулись два автомобиля – «Лада Приора» и «Джип Тойота». По последним данным, «Приора» двигалась прямо по энтузиастов. В какой-то момент водитель отечественного авто решил обогнать впереди идущую машину. Вот здесь-то пути с «Тойотой» и пересеклись. Водитель «Джипа» как раз выезжал с прилегающей территории. От удара «Приора» вылетела на обочину и угодила в сугроб. В ДТП никто не пострадал. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают виновных в аварии.